Венгерский кувас, порода собак. Кувас принадлежит к очень древней породе собак, используемых пастухами Венгрии для охраны отар овец от нападения различных хищников. В 17 веке представители этой породы стали охранять дома, фермы и скотные дворы. В наши дни кувас является лучшей сторожевой породой в мире, которая продолжает нести сторожевую и пастушью службу. Предками этой породы считаются дагообразные собаки, завезенные в XI веке из азиатских стран или Северного Кавказа. Венгерские дворяне занимались племенным разведением куваса. Существовали даже специальные племенные книги. Помимо охраны, собаки участвовали в охоте на различных крупных животных. Кувасы сопровождали короля Матеуша I во время прогулок, а одна собака постоянно находилась у дверей его спальни по ночам. Название этой породы дало тюркское слово «кавас», что в переводе означает «телохранитель».